Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Сегодня, значит, поедем на автомобиле Лада Приора, автор мода Доктор Дизель. Ментовская Приора, короче, гаишная, я так понимаю. На чем поедем, не знаю, на полигоне. Давайте поедем на побережье, наверное. Побережье, сетевая. Так. Создать комнату. Ставим приору. Вот такая будет приорка. У доктора Дизеля вообще все офигенные модики, которые он делает. Мне нравится. Вот. Такая машинешечка, короче. Вида из салона нет. Чуть позже я ее доработаю. Сделаю мигалки рабочие. Так, резина такая. Такая. Тут что-то не меняется, ничего. О, ставим литье, заводимся. Сейчас, подождите, ребят, поставлю громкость побольше, настройки. Вот так, скрин. Все время, что-то в последнее время забываю. Заводится. Запуск от УАЗика. Ну, да ладно. О, да у нее полный привод. Так, свет горит. Помчались парни. Так. Это полный привод я врубил. Дифференциал. Ага, вот оно как работает. Теперь есть на чем догонять. Еще один автомобиль. Водила, ребята, сидит, анимация руля нету. Да и ладно, не важно, не столь важно. Так, так, так. Куда, где тут заправка-то? Нам надо как-то добраться до асфальта. ГИБДД, полиция, это даже, а не, ГИБДДшная машинка. Давай, давай. Блин, она легкая, в этих кустах застревает. Поехали. Все преступники сейчас убегут, ё-моё. Давай скажу, что еще застряла. Пипец, на ветках стрела. Вот это, блин, дела. Срочно, срочно нужна экстренная помощь. Да ё-моё. Ты что, асфальт, что ли, только нужен, не пойму. Да блин, вот это я попал. Капкан. А, вот есть это что-то сейчас.
я его на лебедке еду. Пицца она легкая. Да ладно, добрались до асфальта, парни. Вау, черт побери. Сейчас ГИБДД попадет в аварию. Так, пока ее не раздолбал, надо сделать скрин, ребята. Да, звук надо изменить. Немножко подвесочку подкрутить. Мигалку сделать. А так прикольно. Офигенная тачка. Поедем с проверкой в гараж. Документы там проверять у водителей. Сейчас вот разберемся. Оставь менты всем улыбаться. Так что вот, ребята, такой прикольный автомобильчик. Скрин-то тут получше забубахать. Это моделька из GTA-шки вроде бы. Ладно, вывесил морду. Все, стреляли, короче. Надо пить будет. Так что вот, ребят, такой офигенный мод. Просто мне нравится. Надо немножко ее подкрутить, подвинтить, чтобы она нормально летала, мигалки горели. И будет еще, ребята, одна машинка. Тут уже все, ДПС. Новгородские номера, 52 регион. Вот. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будьте активнее в группе, скоро будет розыгрыш игры Спинтайрос, как только 1000 подписчиков наберется на канале, это уже будет вот буквально скоро-скоро, буквально может еще неделька, две. Так что мониторьте информацию на канале, в группе. Всем спасибо, ребята, за просмотры. С вами был, как всегда, Драйвер51 Рус. Моделька очень классная.
обалденный мод. Всем удачки и пока.